Сейчас мы с нашим дорогим Асхат Хазратом находимся на утреннем фаджр намазе в мечети. И сегодня просьба к нашему Хазрату дать свой комментарий вот на какую проблему. Во многих деревнях, селах, и высокогорных даже селах, сегодня школы не в лучшем состоянии, разрушаются школы. После Советского Союза многие из них не восстановлены. И местные состоятельные мусульмане не знают, стоит ли им поддерживать школы. У них есть возможность сделать ремонт, построить раздевалки, теплые классы, сделать все условия для детишек. Но их останавливает, как с точки зрения ислама это будет оцениваться. Или им лучше вложиться в очередную мечеть в своем селе или там в других селах, или медресе построить. Но школы так и остаются из-за этих сомнений наших праведных искренних братьев. Дорогой Хазрат, ваше мнение. Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля набиина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогой шейх Руслан, дорогие братья, альхамду лиллахи, сестры, баракаллаху фикум аджмаин. Альхамдулиллах, мы знаем то, что наша религия ислам призывает нас к тому, чтобы мы требовали знания. Всевышний Аллах субхана ва тааля в Коране сказал: «Фа'лам», знай, «Аннаху ля илляхи ляллаху астагфир ля дамбик», то, что нету Господа достойного поклонения, кроме Него, и проси прощения за свои грехи. Здесь Субхану ва Та'аля сказал «Фа'лям», знай. Также Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит: «Кул халь ястави ладзина я'ламун ва ладзина ля я'ламун», могут ли быть одинаково знающие или не знающие. Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля всегда сравнивает «Умастави л'а'ма ва л'басир ва л'адзулумати ва л'ан-нур ва л'адзилли ва л'ал-харур». То есть Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сравнивает, не может быть одинаковым слепой и зрячий. Не может быть одинаковым сияющее солнце и тень, не может быть одинаково живой и мертвый. И также Аллах Субхану говорит, не может быть одинаково знающий и не знающий. Поэтому знание, альхамдулиллах, Аллах Субхану нас подталкивает для того, чтобы мы потребовали знаний. И альхамдулиллах, тот, кто проложит путь для того, чтобы требовали люди знания, ему такая же награда, как тот, который берет знания. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман салика тариқан йальтамису фихи 'илман сахала Аллаху лаху бихи тариқан иля аль-джанна». Тот, кто направил свой путь для того, чтобы требовать знания, Аллах субхана ва тааля этому человеку облегчит путь в рай. Также Всевышний в Коране сказал: «Иннама яхша Аллаха мин 'ибадихи аль-улама». Поистине богобоязненные люди перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля — это те, которые знающие. Через знания люди понимают, альхамдулиллах, через любую науку они приближаются ко Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. То есть сколько людей приблизились к Аллаху через химию, некоторые через физику, другие через биологию, третьи через географию. И все, что тратится на путь знания, это альхамдулиллах идет как садака джария. Почему? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза мата ибну адам», известный хадис, «инкату амалаху илля мин салас». Когда умирает человек, покидает эту временную жизнь, его книга деяний закрывается. Исключением лишь является три вида людей. Первое — садакату джария. Кто после себя ставил садака, которой люди пользуются. То же самое школа. Построил школу, люди этой пользуются. Вырыл дороги, вырыл колодцы и так далее. Второе — аль-ильму янтафи'уби. Тот, кто после себя ставил полезные знания, которым люди пользуются. Оставил учеников, написал книжки там, построил школу, альхамдулиллах, откуда люди получали знания. И третье — вальвалиду салиху яд'уна. Тот, кто после себя оставил праведных детей, которые делали дуа своих родителей после их смерти. Поэтому, альхамдулиллах, шейх Руслан, уважаемые братья, строение школ — это, альхамдулиллах, садака, иншаллах, будет садака джария. Это то, что востребовано. Если мы не будем заботиться сейчас о наших детях, то тогда кто о них будет заботиться? И это как, Аллаху алим, если у кого есть возможность, это даже такое, как бы, одно из обязательных действий, иншаллах, и одно из такого дозволенного и благодатного, альхамдулиллах, пути, дабы, альхамдулиллах, даже напомню, ученые шейхи говорили, то есть можно помочь просто там нуждающимся, а можно помочь студенту нуждающимся, в этом благо больше, потому что он берет награду за то, что, альхамдулиллах, то, что им помогает, как нуждающимся, так и помогает тому, кто требует знания, альхамдулиллах. Одно небольшое дополнение хотел сделать, дорогие братья и сестры.
исторически мусульмане в золотой век расцвета исламской цивилизации огромное количество денег тратили на то, чтобы развивать школы. Уже в средние века были общежития при мусульманских школах, были даже отдельные спортзалы, были даже отдельные библиотеки для школьников, были даже отдельные медицинские пункты, где смотрели за их здоровьем. И самое интересное, что в истории исламской цивилизации высшая школа, то есть университеты, они выросли из мечети. То есть мусульмане вкладывались в мечети, вокруг мечети вырастали школы, а из школ вырастали университеты. Это был такой непрерывный цикл развития знаний от масджида или мадраса, мин мадраса или джамиа. И самое интересное, что слово университет по-арабски джамиа, оно происходит от слова мечеть, соборная мечеть, джамиа. Это пятничная мечеть, где мы собирались мусульмане, джамиа, это уже университет. Фактически мы видим цепочку, как от мечети к мадрасе и от мадраса к джамиа, к университету, был непрерывный путь получения знания мусульманам в лучшие века, в золотые века исламской цивилизации. И без возрождения вот этого пути, вот этой цепочки, не будет возрождения мусульманской цивилизации в наше время. Баракаллаху фикум, баракаллаху фикум, дорогой хазрат. До скорой встречи, иншаллах. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракатух.